Заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов проконтролировал строительство очистных сооружений в Кубинке. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Единой России. Чистая страна». По словам парламентария, в связи с наложенными на нашу страну санкциями, на объекте возникла задержка с поставкой некоторого оборудования. В результате срок сдачи объекта был изменен. Открытие планируется в ноябре-декабре этого года. Сейчас возведение очистных сооружений идет в графике. Вопрос оборудования урегулирован.